Друзья, привет! Вот сейчас мы осматриваем наше маточное стадо и будем выбирать мелких самок. Ну, это хорошая самка, осетра, 6-летняя. Ее мы, конечно, оставляем. Вот такая сортировка проходит по мере вырастания рыбы. Вот они у нас такие веселые, шустрые, живенькие все, хорошие. Но они растут, и им нужно освобождать пространство для того, чтобы они дальше росли. Поэтому периодически мы убираем слабых особей, просто отделяем их. Это более мелкие, которые отстают в росте. Вот такие у нас фермерские будни. Друзья, всем хорошего настроения, хорошего вечера. Привет с берегов Бузана. Смотрите, какой он красивый. Пока-пока.